Поехали? Да. Артем, ну, в Кубани получается 3 выигрыша, 2 из них со Спартаком. У вас получается Кубань совсем неудобный соперник, 11 лет команда не может выиграть в Краснодаре у Кубани. С чем связываете? Да ничем не связываю, понятно. Разные серии бывают, да, эта серия уже не то, что затянулась, она очень сильно затянулась для нас. И сегодня все хотели не только эту серию прервать, но и недавнее поражение. 0-3 здесь отмазаться. Не получилось. За счет чего Кубань сегодня, по-вашему, смогла переиграть на Спартак уступил? За чего? Я думаю, что они первые забили. Естественно, им потом было легче играть уже на контратаках. Хорошо оборонялись. Белинов здорово сыграл. Потом же контратаковали, а мы не смогли забить этот гол. Если вспомнить игру чемпионата, когда вы проиграли 3-0, как считаете, лучше сегодня удалось лучше сыграть? Или выводы удалось? Какая разница, тут лучше и не лучше. По содержанию, да, мне кажется, лучше играли. Но результат такой, что 3, что 0-1. Очков или проходов дальше в кубке нету, поэтому результат всего не было. Как считаете, широкого не хватало сегодня? Ну, у нас есть футболисты, которые могут изменить, естественно, Рома. Один из наших лидеров, но тоже ему не такой молодой, да, и за сборную постоянно играет, и чемпионат, и кубок получает. Поэтому, я думаю, здравая, в принципе, мысль была дать ему передохнуть. Практикует, скажем так, не только наша команда, нормальная практика. Артем, но с молодыми игрокам обращаются, как вливается ребята в состав? Мы говорили об этом, мы после «Динамо», мне кажется, сегодня, в принципе, и Бакаев неплохо на замену вышли, Леонтьев в первый тайм. По мне, нормально провел. В принципе, ребята стараются, видно это, да, где-то, может, не получается, но, как и после «Динамо» говорил, сейчас скажу, надо продолжать работать и не смотреть, поменьше смотреть, слушать, что вокруг происходит. Просто работайте, слушайте партнеров старших. Артем Васильевич, насколько неудобный вообще нападающий Мельгород оказывается для защитника Спартака? Ну, если судить по статистике, он нам забивает, значит, естественно, неудобный. Спасибо большое.